такая первый раз за все эти годы, хотя, ну, из этого не следует, конечно, что Приамурье не изучалось, много работ велось, но вот так вот, чтобы комплексно ставить задачу, чтобы вот сразу весь бассейн по единой методике за относительно ограниченный промежуток времени, мы планируем где-то лет 5-6 на это все уйдет. Вот у нас это первый пилотный год, первый результат, конечно, исследовательский, научный. У нас должен быть сделан комплект из 6-7 различных карт на всю территорию бассейна Амура, масштаба 500 тысяч, ну это в одном сантиметре карты 5 километров на местность. Ну, если вот, чтобы представить себе, какая это будет размером карта на весь бассейн Амура, если ее на стенку повесить, она будет по вертикали где-то 3,5 метра и по горизонтали где-то 6,5 метров. Это вот 6 различных карт по содержанию. Я не буду называть их названия, большинству людей они мало что скажут, ну, а специалисты поймут, о чем речь. То есть на них будут отображены природные условия, природные явления. И к ним будут, конечно, описания, к этим картам тома целые, которые мы предполагаем называть трудами Амурской комплексной бассейновой экспедиции Русского географического общества.